Дед Мороз пришел к нам в сад. Дед Мороз позвал ребят. Борода бела, как вата, и с подарками мешок. Дед Мороз сказал: ребята, а ну-ка, кто прочтет стишок? Мы в саду стихи учили, я учил и брат учил. Мы немедленно вскочили, я вскочил и брат вскочил. Уронили мишки на пол, раз, два, три, четыре, пять. Оторвали мишки лапу, вышел зайчик погулять. Вдруг охотник выбегает, потому что он хороший. И походу мы читали эти грустные стихи. Все ребята хохотали, ха-ха-ха, да хи-хи-хи. А у дедушки от смеха отвалилась борода. Вот он и уехал, вот такая ерунда.